Привет, давненько не было у меня ни с кем совместных видео, пора бы это дело исправить, и сегодня у нас будет еще одна дуэль в сталкере. На сей раз против меня встал король испытаний с одной жизнью, хейтер монолитовцев с РПГ, ну и просто кабанчик, это Димастер. Среди всех, с кем я дуэлился, это был самый тяжелый противник, поэтому дуэль получилась интересной и насыщенной, так как мы сыграли практически на всех видах оружия. Ссылка на канал Димастера будет в описании, обязательно загляните, его версия дуэли тоже интересная. Еще предлагаю вам сделать ставки, кто же победит. Голосовать нужно сейчас. Иначе будет нечестно. В правом верхнем углу у вас сейчас вылез значок, нажмите на него и проголосуйте. Ну а если значка у вас не появилось, то можете просто написать в комментариях, кто же победит по вашему мнению. Приятного просмотра. Ну я пока что со стандартным пистолетом, с ПБшкой. Да, я уже новый взял. Ну как только ты меня убьешь, я тоже новый возьму. Я забрался куда-то. О! Ой-ой-ой. Ну у тебя пистолет жестче на самом деле. Да, минус я. Ну давай я твой пистолет подниму. Да не-не-не, сейчас я такое возьму, тебе вообще понравится, я думаю. Ну давай я теперь наоборот, теперь будет, ну, мы поменяемся местами. Да не-не-не-не, типа, возьми обратно свой, я просто уже новый купил. Правда, с него стрелять не умею. Ты купил новый, ну а я теперь, чтобы, ну, уравнять шансы, уравнять, грубо говоря, наши условия. Ну ладно, один раунд на пистолетах прошел. Че, знакомый звук? Да. Ну не знаю, насчет дигла. Да я с него не умею стрелять. Я и КС не умею. Это как со снайперской винтовки стрелять, только без прицела, грубо говоря. Да нет, я целюсь. Я знал то, что ты в упор придешь. Да, ну я понял, что ну надо было, наверное, от расстояния так и отстреливаться. Ну, ты по мне пару раз попал. Так, ну 1-1 пока что, еще 3 раунда на пистолетах. Главное не проворонь. А, вон вижу. Бум, я по тебе попал? Тут в ухо залетело, такая половина хп снесло. Офигеть. Обходишь меня, да? Думаешь, я шелупонь, который можно войти? Нет! Куда? Сюда иди! Ура, наконец! Не было выносливости, просто не было. Я даже не знаю, куда я тебе попал, что я тебя прям так задел. В какой-то миллипиксель, знаешь, ты уже вроде как бы за стенку зашел, но я убил тебя. Счет равный. Ах, капец, еще и в голову. Не, ну сдигло так после Вальтера, по крайней мере. Ой-ой-ой, как больно. Тяжело. Офигеть, 2-3. Так, ну все, пистолеты у нас кончились. Да что ж такое, упал просто на землю. Половина хп ушло чисто из-за того, что я на землю. Ну! Как я налетел на тебя? Ты я в перезарядке, я видел, как ты спрыгнул, я не думал, что ты допрыгнешь прямо с крыши АТП, ну, с базы бандита, вот прямо на этот грузовик. А я прям так полетел, ух. Что-то я тебя вообще даже не слышу. Ну ты ж, наверное, тоже там где-то ходишь, аккуратно пытаешься оглядываться. Потому что тут, чтоб не было такого, как только что налета, в упор просто до выстрела. Какой же пугливый. Ах ты ж, через ворота. А, больно. Я в тебя попал? Не, вообще ни разу. Так. Окей. Ну теперь-то я парень не из деревни, а из села городского типа. О! Ну как так? Фух, кое-как тебя мне... там чуть-чуть оставалось. Ты мне броник в ноль снес, хп тоже в ноль. О, это, блин, ну как так-то? Опять 7. Неужели ты будешь первый, кому я проиграю? Ну, так ни разу ты по мне не попал, только что. Ну вот видишь, какой я косой. Фух, сейчас ты так трёсся, как дикий. Окей. Как тебе мои способности прыгать, а? Тебе нравится? Да ну куда ж ты? Ой! Ой! Ты что за мной идешь? Зачем? Уйди! Да! Ух! 7-7. Капец, вот то чувство, когда тебе нужно отпрыгнуть, но у тебя нет выносливости. Сейчас как дикий по пробелу долбил. Да ш...
О, мы друг друга убили. А я еще хедом добил. Ой! Ты как здесь оказался? Блин, я орудую, наверное, как дурачок. А, да я только гранату взял. Ого. Да как так? Я что-то зажал, даже вообще не в тебя стрелял. Отлично. Аптечки лишними не бывают, как говорится. Ну ладно. Тут тоже переоденемся. Давай. Так самое интересное, ты меня как-то так быстро завалил, у меня полное хп было, у меня там, ну, ты ж меня, вот то ж... Что? Я в рандомную сторону кинул гранату. Ты увидишь потом. А я просто только что шел, просто иду, смотрю вперед, и раз, такой выкатывается просто перед собой, выкатывается какой-то предмет, так грена оказалась. Вот это ор, я просто иду такой... Ищу тебя, чтобы тебе кинуть гранату. Думаю, ну ладно, выброшу в рандомную сторону. И так, фраг. Да она просто мне, она мне под ноги просто. Она не то, что у меня там. А, ой. Я понял. Но у меня это на записи эффектно было вообще прям. Да как же ж так? Выводы. Абакенчик лучше, чем сги 5К. Ой. Я не знал, что тут вход есть. О боже. Иду такой, думаю, ну справа мне ничего не грозит, это точно. Так где ж ты лазишь? Я вон даже тебе свое новое оружие спалил по звукам. Не, не слышал ничего. Да? Еще раз. Тоже не слышал? Ничего не слышал. У тебя там, наверное, какое-то бесшумное просто. Да, это самое громкое оружие в мире. Ну, гранаты? Ага, вот, ну, что-то видел какие-то искорки, но... Ой! Да, конечно, не слышал он. Не, я правда не слышал. А я думал, ты байтишь. Я только по искоркам потом увидел. Так, приступаем. Не, можно, конечно, потом попробовать на гранатометах. Блин, так нечестно. Ой, меня ты зацепил. Ой, я сам себя свои гранаты оглушил. Фух. О, зато у меня теперь сколько аптечек, ух. Что-то внезапно стало слишком много перестрелок в один момент. Ой! Да вот я говорю, я ненавижу грозу, потому что я из-за нее, пока перезаряжал, я не видел, где ты. Это сейчас реально страшно было. Куда ты делся? За ту первую встречу ты мне снес где-то процентов 20 только здоровья, я аж удивился. Я опять нажал пробел, я опять не закупил себе снаряги. Ты огребаешь, дядя. Сейчас ты поймешь. Ранка разблокировался какой-то новый. Сейчас ты все поймешь. Ох, экзоскелетик. На самом деле я не про это. Ну нет, ну зачем так? Мы же договаривались без такого. А, да? Я не знаю. Не, ну не знаю, если хочешь. А у тебя доступен? Мне-то вряд ли еще, он же только на максимальном, насколько я помню. Фига ты мансанул от ракеты. Но у меня последняя осталась, кстати, и все, я беспомощен. Я знал то, что меня все. Ладно, сейчас что-нибудь другое. А в аномалии опять то же самое. Оу-е, моя любимая волына. То есть ты уже взял снайперскую винтовку? Нет. Нет, начинает раздражать. Беру снайперку, все. Прикольно, ты так засел тоже снайперскую позицию. Занял. Да, мне тоже понравилось. Ах! Ты... Меня еще и колбасит текстурка. Вот это кайф, снайперки в упор.
Да, я ж перезаряжал. Е. Может, го этот бой на пистолетах? Ну, го. Ну что, начинаем? А, ну ты уже начал, я смотрю. Да. В экзоскелетах, на пистолетах это жесть тоже. Это битва на столетие. Я по тебе хоть попадаю? Ну, да. Да когда ты уже умрешь? Нет! Да капец, я дольше перезаряжался. Что ты будешь делать? На! Ну все, на этот раз закупись. Точно не забуду. А, вот, все. Ай, себя! Гранаты оглушил. Хорош. На! Еще одну кинул. Да что ты будешь делать? Ай! Что? Я даже не от гранаты умер, понимаешь? Короче, смотри, такая тема. Я слышу, что ты кинул гранату, отпрыгиваю от нее, она меня дамажит, и я, короче, каким-то боком, я как бы прыгал в приседе, да? Ну, не в приседе, ну, короче, прыгал, прыжками отпрыгивал, потому что в экзоскелете нельзя бегать. Она меня дамажила, там чуть-чуть хп оставила, и каким-то образом тут шина, короче, валяется, я об нее сдох. Хы. Блин, судя по твоей вот этим стуку по клавиатуре, я правильно кидаю. Я такой кидаю, щух, гранату делаю, и ты такой, тишина. Ну. Так как ты это делаешь? Не знаю, просто стрелял подряд, и ты такой спрятался от двух пуль, а на третью вышел. Ой, я так и знал, что ты оттуда выйдешь. Хилимся, живем. Ну. Я даже не знал, что отсюда обойдешь. Спину, ну все, 30-26 я выиграл. Да. Победа.